Стоянов. Народився 10 липня 1957 року у Одесі, артист театру і кіно. З 1993 до 2012 року разом з Іллею Олейніковим вів телепрограму Городок з 2013-го ведучий програми Живий звук на каналі Росія-1. Одружений, має двох синів і двох дочок. 18 лет вы отработали в БДТ, в лучшем, как мы уже установили, театре страны, а может и Европы, и в конце концов решились из него уйти. Я знаю очень многих артистов, и хороших, и не очень, которые когтями, зубами, чем угу ушами держались за свое место в театре. Оно не давало ни денег, ни уважения, ни почета, ни славы, ничего. Нет, я должен быть в театре, я должен числиться в этом коллективе и хоть трава не расти. Вы Ушли, вы порвали все. Это сложно было или вы были к этому внутренне готовы? Как бы я ни был к этому готов, это было очень сложно. Но потому что вот, вот ты, сколько себя помнишь, мечтал стать артистом. Вот ты им являешься. И важно, как складывается твоя жизнь. Я, не, я вот театр-то не виню в том, что так произошло. Но правда где-то посередине, наверное, вина все-таки какая-то взаимная. Я не послал каких-то сигналов. Но этот театр воспитал такое количество великих актеров, что одного мог и проглядеть. Поэтому я так, знаете, спокойно об этом говорю. Знаете, вот когда Шекспир сказал «Весь мир театр, все люди в нем актеры», артисты каждого театра, они очень буквально понимают эту фразу. Очень буквально. Им кажется, что вселенная, она ограничена географическим адресом, э, почтовым адресом этого театра. И в тот момент, когда они сделают шаг оттуда, это крах. Это конец жизни. Это все. Вот в этом смысле, наверное, наверное, я я вот не совсем артист, потому что я на тот момент как бы как бы предавал свою профессию, да, и свою мечту, потому что Куда я уходил-то? Я уходил на телевидение, да, и я бы никогда не ушел, если бы не мой партнер, потому что э, он старше меня на 10 лет был, Илья, и мне надо было на кого-то опереться, мне надо было в чьих-то глазах увидеть, что, что этот человек меня не подведет. Я не подведу его, но когда... я в данный момент делаю этот шаг, а не он. А он был решительный? Он такой был, он вообще был не очень многословным человеком, не очень декларативным, не очень формулирующим. Он был таким человеком тихого поступка. Тихого такого. Юрик, вали оттуда. Ничего там делать, все. Вали. Вали. Чего ты все время рассказываешь, какой хороший театр и какой ты плохой? Тебе не стыдно. Как тебе не стыдно? Так и будешь рассказывать, какой великий театр и как у тебя здесь не получается? Ты, он мне сказал, грандиозный артист, ты грандиозный актер. Я говорю, Илюша, я тебя умею, я так не люблю это. Все глупости в своей жизни я сделал от комплиментов. И все лучше я сделал от критики. От... Но как важно так иногда услышать да, такое. У, им, ты грандиозный, ты не можешь играть плохо. Чего они с тобой делают? Да, пошли, я не вон. И как-то так это просто. Вот без этих вот всяких формулировок. Вали отсюда, и все, вали. И Вали пока еще, пока, пока у нас есть время, силы, талант, и рожи у нас еще Коллеги молодые. пальцем у виска не покрутили, Никогда. когда вы принесли заявление? Никогда. Меня очень любили в театре, между прочим. Вы ни у кого не отнимали главные роли. Ну да, я ни у кого не отнимал роли, это правда. Да вообще хорошо очень относились и... Я вам должен сказать вот одна такая нетипичная вещь. Вот принято всегда, э, террариум, театр, это такая клака, знаете, зверинец. Да все это ерунда. Слушайте, я ушел из театра, и тогдашний, на тот момент в этом театре человек, значит, там один, он сказал, вот э, у нас из театра ушел Юра Стоянов в этом году. Э, это и хорошо, и плохо. Хорошо, что ушел, но плохо, что эту свою омерзительную, похабную, бездарную и пошлую передачу он теперь сможет делать еще чаще. И это вот... Кирилл Юрьевич был? Неважно, не важно, не важно, кто это был. Это был человек, от которого это было странно услышать. И вдруг все сделали так. Никакого одобрения не было. Никто льстива не зааплодировал. Угу. Все мне сказали, очень жалко. Очень жалко. Очень жалко, что так. А я... А передачи было два с половиной года всего тогда. Два с половиной года. Вы, приезжая в Санкт-Петербург сегодня, считаете этот город своим? Этот серый, мрачный город с более-менее красивыми фасадами, но жуткими дворами? давящий, вызывающий депрессии, вообще непростой, на костях построенный город. Это ваш город или вы ну, рады, как, что уехали? Как Никита Михалков. Он говорит, на костях, Юрик, ничего хорошего не построишь. Он говорил. Мой ли это город? Да. После солнечной теплой Одессы. Я когда 16 апреля в день показа мы всем курсом приехали так рано, что-то около пяти утра самым дешевым паровозом и на троллейбусе первом доехали через весь Невский проспект, первый, который попался угу. нам, и выехали через стрелку Васильевского острова, мимо биржи, повернули к Петропавловке, там вышли на биржи, и э, прошли на Петропавловку, открытый был мостик, и прошли вот к фасаду Петропавловской крепости, то есть на пляж, э, слева был Троицкий мост, справа Дворцовый биржевой, э, напротив э, Дворцовая набережная, Эрмитаж, Мраморный дворец, биржа. Я посмотрел на это все. Свинцовые эти тучи, вот эти детские книжки, раскладушки, знаете, вот так mm -hmm. раз. Вот так ее открыли. А зачем ему люди, этому городу? Я подумал. Зачем ему люди? Они ему не нужны. Он у меня произвел такое ужасное впечатление, mm -hmm. что я один. Вот я один. Южный ну, мальчик. Вот я один здесь. Как я здесь жить буду? Это, конечно, расхожая точка зрения. Я бы мог вам сказать. Что за все эти годы, вот я уже живу в Москве, я шесть лет, я езжу в Питер снимать, до последнего времени снимал там городок постоянно, я жил на два города, хотя семья уже жила давно в Москве, больше 30 лет я прожил в Питере. Я могу сказать, что по сей день, будучи востребованным актером, я не получаю ни одного предложения из Петербурга. У меня вот такая стопка сценариев. Ну, а зачем ему люди? Вот такая стопка сценариев. Нет, ну это, это очень важная, например, такая сериальная столица России. Там очень много снимается, и в том числе хороших сериалов. Слушайте, там выдающаяся киностудия. И я вот думаю, что я по сей день говно, что ли? Эй, СПБ! Точка Ру! Я что, по сей день говно? Вот как это происходит? Ну, по сей день, ну, ни одного! Орден мне, президент! Чуть не сказал вручил, э -э, присудил, как угу. это сказать? Присвоил. То еще слово присудил? присвоил. Присвоил, хорошо. Присвоил. Спасибо за глагол. А у меня другие все какие-то слова крутятся. Э -э, орден, знак почета, высокая правительственная награда. За неделю позвонили, а вы придете получить? Я говорю, у меня нет, я за границей, на съемках. А? -а". Это было. Указ президента 12 июля прошлого года. Прошло. До сих пор. До сих пор никто не позвонил. Орден лежит у них. Там иногда вещи происходят... Позвоните сами. Ну нет, вы? зачем? Ну, зачем? Мне интересно, как, как статус работает. Он, он, у... снимают кого-то там или отбирается орден? Да никому до этого дела нет. Конечно, нет. Никто же... От плохого отношения ко мне пофиг. Конечно. Конечно, все, что мы демонизируем очень Конечно. часто, делается все просто проще, от наплевательского да. отношения от бюрократии. Но не от наплевательского отношения просто от бюрократии ты нигде не снимаешь, не получаешь ни одного предложения, ни одного, то есть ничего не изменилось с 1985 года, 95. -го. Угу. В 1993-м мы сами пришли, придумали свою передачу, мы придумали свой мир, мы назначили друг друга режиссерами, артистами и, и обучались... И этому. писали сами же. Да, и сами писали первое время, безусловно. Мы сами создали этот продукт и 20 лет он существовал благодаря нам. Мы сами себе назначали роли, мы сами их распределяли. Это счастье слушайте. Да, Конечно, это великая счастье, мы не зависели ни от одного вот дебила. Конечно. Ни от кого не зависели. Но на стороне, несмотря на то, что происходило, у нас не изменилось ничего в этом городе. Что я должен вам сказать, как я к нему отношусь? Я вам должен сказать, что я иногда жить без него не могу. Вот парадокс. Вот приезжаешь, я его знаю разным, и городок это как раз передача тех самых проходных дворов, а не фасадов. Ну, это отчасти связано с тем, что лучшие годы, что, что здесь каждый камень Ленина знает, понимаете? А что тысяч с... человек положить в блокаду? Ну, конечно, это Даром связано с очень размер. многим: с тем, как тяжело все давалось, что вот это все происходило там, а в Москве меня всегда любили, а в Москве у меня всегда все хорошо. И это самый вкусный Москва. самый вкусный и успешный город в мире в моей биографии. А там все так тяжело. И по-прежнему там нахрен никому не нужен. И по-прежнему, конечно же, любишь. Конечно. Поэтому я не разрешаю в Петербурге категорически хаять Москву. Не позволяю этого делать. Но и не разрешаю москвичам ä, хаять Питер. Илья Олейников. Я знаю, что это он вас вытащил все-таки в городок. То есть он настоял... В городок нет. «Городок» — это совместная история. Нет, он настоял, чтобы На вы... На телевидении, На да. телевидении изначально в передачу «Адамово, Адамово яблоко, яблоко». Конечно. Да. «Городок» — он меня убрал из театра. Вот это... У него был сложившийся очень хороший дуэт с Романом Казаковым, который скончался преждевременно. Я помню очень хорошую песню Розенбаума. «Белой звездочкой да. во лбу, да, да, в облаках коней табун». Да, да потрясающая. И... А Илья умер от того же, от чего умер Рома, спустя много лет. Символично, как. И вы работали 19 лет, почти 20 лет. Как вы познакомились? Нет, мы работали 20 лет, это в городке. В городке и два, два с половиной... года с половиной до, а вместе вместе мы года 23 с чем-то. Как вы познакомились? Случайно? Ой, ну, я об этом сто раз рассказывал. но мы познакомились очень просто. Мы, подру... мы у нас было несколько знакомств, таких необязательных. Привет, привет, Юра, да? Да. Илья. Илья, Илья, Илья. Вот это такие были знакомства. А подружились на съемках фильма, где оба были в полном г, почти без текста. Ну как, артисты же не только могут подружиться, подружиться на любви к чему-то, ненависть тоже сближает. Конечно. Ненависть к материалу, к нашему месту в этом фильме нас очень сблизила. Пойти покурить и все это обсудить, все, что там происходит. У Был вас... такой фильм «Анекдоты». Да, как да, это, как да. это не парадоксально, мы так ненавидели нашу работу в этом картине, что начали именно с «Анекдотов». Потом. У вас была потрясающая, конечно, потрясающий тандем, потрясающая программа. Она очень сильно отличалась от всего остального юмора, который показывали на телевидении. Это был настоящий интеллектуальный, хороший, добротный, умный, светлый юмор. Вы с Олейниковым родились в один день. Только он на 10 лет раньше. Ровно на 10 лет да. вас старше сходство в характерах, потому что астрологи говорят, что кто родился в один день, у того одинаковые характеры. Да, ну что вы, ничего и... общего вообще. Вот я, я Мы понимал, опрокидываем что? астрологию на лопатки. Нет, но ну они вам скажут, стоп, 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 этот родился в год. Кого-то этот родился в год, разница 10 лет. Мы диаметрально были противоположные. Поразительно, да? По воспитанию, по образованию. Это не значит лучше и хуже. Разные по биографиям, по, по каким-то очень важным вещам. Но мы иногда, фантастика, вот эти плюс на минус, минус на плюс, плюс не в смысле положительный и а отрицательный, просто как два знака разных математических. Они давали иногда такую искру, эти полярные вещи. Блестящий украинский советский певец Дмитрий Михайлович Гнатюк, которому 88 лет, рассказывал мне, что будучи заслуженным артистом Украинской ССР, он пел перед Хрущевым, тот расчувствовался и сказал, ты уже народный артист Советского Союза. То есть, минуя все ступени. Вы тоже с Олейниковым стали народными артистами России, минуя даже заслуженные. Да, да, правда. Как это получилось? Я не знаю. Хрущева уже не было. Хрущева <laughs> как было? не было. Насколько я знаю, ну, это уже это предшествовать какая-то подготовка. Сбор бумажек. Угу. Э, Выдвижение. Да. Ну, это, это мы знали о том, что нас выдвигают. Канал. Mm -hmm. Канал «Россия» выдвигает нас название. Как-то там, как там случилось, что они решили, что как-то заслуженных вроде неловко. Потом я точно знаю. Во-первых, председателем этой комиссии, общественную должность эту занимал Олег Павлович Табаков. Mm -hmm. Некая женщина, которая, по-моему, еще помнила Ленина и занималась всей документацией, и всей бюрократической частью сказал, этого не может быть. Не, мы не имеем права на это. И был тогда, вы помните, глава президентской администрации Волошин. Да, конечно. Александр Сталин. Да, это просто, насколько я знаю, он сказал, что это просто приведение к знаменателю того, что и так очевидно. Поэтому давайте мы сделаем не так, как считаем мы, а так, как считают люди. Блестящий. Я его очень зауважал. Тогда. А по, по, подписано это было уже президентом Путиным эти звания. Космонавты рассказывали мне, что даже когда тщательно подбирали экипаж в полет и учитывали малейшие психологические со состыковки несостыковки, все равно в космосе иногда возникали жуткие трения. Наверняка. И один космический полет даже прервали по той причине, что космонавты... А несовместимость, ш... да? Несовместимость до драк доходила. Mm. А, Волынов-Жолобов их посадили Правильно, раньше, да? да, потому что невозможно было дальше летать. У вас с Олейниковым не было подобного. Вы не надоели друг другу за эти годы? Вы знаете, у нас было всякое. Вот все, кроме этого слова. Мы очень разные, и у нас было, что чтобы сказать, что у нас не было конфликтов. Но я вам скажу, из-за чего не было конфликтов? Это очень важно. Из-за денег? Никогда. Самое главное. Ни разу в жизни. Вот это то, на чем так многие споткнулись. Я не могу вспомнить не только конфликта, я не могу вспомнить... Ну, вот что кому-то из нас пришлось тактично промолчать на эту тему, грубо говоря. То есть или здесь... снять эту тему. Ее не было. Делили пополам или по-честному? По-разному. По-честному. То есть не пополам? Нет. Ух ты. Да. Я вам скажу, что большую часть нашей совместной жизни делили пополам. Нет, неправду говорю. Половину того, что мы отработали вместе, мы делили абсолютно пополам. Ну, концертные гонорары и все, что на стороне всегда, пополам всегда. А вот то, что касается городка, не пополам. И инициатором был не я. Я получал больше. В городке. Да вы что? Да. А чем это было обусловлено? Илья пришел к продюсеру, вызвал меня. Я думаю, ну сейчас, что, что, что? какой продюсер? Что с ума сошел? Мы здесь с тобой не можем о чем-то поговорить. Нет, мы пойдем к продюсеру. И там он сказал, что я должен получать <клёх> неважно, но больше его. Поразительно Потому собственно. что э, ты руководитель программы, ты режиссер-постановщик э, передачи, я артист. Я сказал, Илюша, ты знаешь, никого из зрителей, в общем, это не волнует. Есть два лица, и пока есть эта пара, есть эта передача. И время подтвердило, что это, конечно же, так. Он сказал, да, это прекрасно. Для зрителя есть эта пара, а в работе есть ты и я. Поэтому вот где-то... Поразительный с... подход какой. Да, где-то с 90... Я думаю, с 99 -го года. Мы стали получать по-разному. Мне трудно вспомнить. Но он в этом смысле грандиозный человек. Вот у меня не было таких мыслей. Но он это сделал в 99-м году для того, чтобы, может быть, чтобы у меня у вас эти мысли не, не возникли никогда. в 2002 -м. Они может, А может, они поэтому и не возникли. Что он не дал повода. Хороший он человек был? Разный. Очень разный. Но для меня хороший. Для меня – да. Потому что это мой родственник. Как я могу сказать? Вот у вас, допустим, брат. У вас есть брат? Нет. Или сестра? Нет. Нет. А вот если бы он был, его посадили в тюрьму, вы бы могли о нем думать, что он виноват, безусловно. Вы бы могли думать, негодяй, да? Но братом он переставал угу. бы для вас? Нет, быть? конечно. Вот это та же самая история. Мы в разные периоды э, очень по-разному складывались, но никогда никто из нас на стороне кому-то. Да вы что? Потому что мы знали, что это приходящее, что главное есть, что нас объединяет. Поэтому мы не искали поддержки и защиты в своей точке зрения на стороне. Я... Которая вот, вот, допустим, возникла. Вот, вот сейчас. Вот. Мне приходилось слышать, что одной из причин его болезни стал провал мюзикла «Пророк», который он затеял. Что это его окончательно подкосило. Он выложил все деньги, буквально, которые у него были на постановку, все проиграл. Это так или нет? Нет, я э, то, что его подкосило, то, что это для него было большим ударом, то, что это была большая драма, безусловно, но сказать, что это то, что его там, особенно слово окончательно, э, человек умер от онкологического заболевания. Есть кто-нибудь на этой планете, кто может сказать, от чего это возникает? То от экологии. То еще чего-то, то генетический, э эмоциональный фон. Вот так вот, если все и, это иммунитет рассматривать... Иммунитет падает под воздействием психологических может влияний, быть, Но тоже. вы знаете, э там и надежда была, там не было вот, вы знаете, ну, во-первых, во это же не провалившаяся история. Угу. Тут очень важно понимать, это же не творческий провал Ильи Олейникова. это неправда. Там возникли невероятные финансовые, финансовые проблемы. Но он как-то так легко с этим Вы прощался. его отговаривали от этого? Очень. И он не послушал? Как он может послушать артиста? Своего товарища? Отговаривать должен... Вот вы должны были отговаривать, к примеру. Потому что у вас еще и мышление другое. Вы еще и бизнесмен. Рядом, если бы был крепкий бизнесмен, который бы просто ему эту историю вот 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 разложил. Вот, разложил mm -hmm. И сказал, Илюша, для того, чтобы это было успешно так-то, на сегодняшний день так-то, временно Давай-ка мы замораживаемся, ищем инвесторов. Я говорю сейчас общие слова, но они, они правильные, правильные конечно. конечно. Но, конечно, отговаривал, очень отговаривал, особенно когда увидел бизнес-план. Я вас процитирую: вы сказали, такого партнера как он больше не будет никогда. Конечно. Мы не два гениальных актера, мы были гениальные пары. Да. А ли никого вам не хватает сегодня? Слушайте, у меня такая странная, вы знаете, вот у меня было несколько таких встреч с чеченцами. Я когда говорю с чеченцами, я не имею в виду какими-то ужасно особенными людьми. А я общался с чеченцами. Да что ты говоришь? Зачем урожаешь? Просто, да? просто как-то интересно. Они иногда очень интересно говорят. Во-первых, у них потрясающая у большинства русская речь. Угу. Не знаю, очень чистая такая какая-то, даже иногда стерильная. Чеченская семья. Почему я говорю чеченское, почему я обращаю на это внимание? Потому что, когда вы услышите, что сказал этот человек, вы увидите, что не просто это немногословно, uh -huh. это более чем немногословно. Просто подходит человек, мужчина, чеченец, жена отходит в сторону, пожимает мне руку, говорит здравствуйте и говорит, тоскуете, все время думаете об этом, сочувствую. Он не спросил, Все он сказали. не назвал слово партнер, беда, программа городок, фамилия. Вот подошел мужчина, так посмотрел на меня. Я стою у себя. Ну, стою, что это такое, Ну, стою в магазине. Проблема. Вот как-то мне это очень врезалось. Я подумал, неужели это видно? Ну, вы знаете, что, вот как не хватает? Ну, но очень он неожиданно ушел. Не было, знаете, если бы я готовился к этому, можно готовиться, знаете, когда люди да. болеют онкологией, да. ты себя начинаешь подспудно как-то, как, -то, как -то к этому готовить. Но там надежда была, вот она была очевидно. Я недавно видел фильм о, вот о Саше Абдуловой, uh -huh. о, о, о том, как все это происходило. Там готовили. Да, а здесь как-то нет. У нас ну, не должны были они меня обманывать, но ну, я же не сын в конце концов, не жена, я партнер, я единственный человек, которому можно было говорить жесткие вещи в этой ситуации. И кроме того, еще и сын врача. Как? Да нет. Все-таки совсем мы не были готовы к этому, хотя он был очень плох и тяжел. Последние дни, но мы же снимали практически. Слушайте, человек умер э, через 12 дней после последнего съемочного дня. Я видел вас на сцене в 95-м квартале в Киеве. Вы приезжали ну, с ним незадолго до его смерти, но он уже плохо выглядел. А, вот многие отмечают это. Поверьте, это было. Он даже не... сидел. Это была не онкологическая проблема. Понятно. Вот, ну, поверьте Понятно. мне, я не хочу Понятно. говорить. Понятно. Он был очень вообще илюхомнительным человеком. Он ужасно, это и в еврейские черточки mm -hmm. эти, э, вот э, Абрамовича хоронит и что-то я себя плохо чувствую. Он всегда, всегда иллюстрировал этот анекдот, знаете, последние лет 20. И иногда он в это верил слишком, заигрывался в это. Ну, ну иногда плохо себя чувствовал, но это не было длительным, вот таким многолетним. Э, это был... Вот то, когда вы говорите о мюзикле, то вот вот эти наплывы, угу. потому что это так много для него значило. Он только столько вложил сил туда, души, денег, таланта, что, конечно, это его очень. Вот 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 это можно было увидеть, и можно было подумать, что что это, это была такая внутренняя такая очень тяжелая, как бы сказали при Пушкине хандра. Хорошо работать одному, зависеть только от себя в разговорном жанре вообще замечательно. Когда вы работаете в тандеме и вдруг умирает партнер, это может означать, ну если не конец, ну слушайте налаженная работа какая, mm -hmm. все идет как поезд, это если не конец, то это большие перемены, это нервы, это бессонные ночи. Вы думали об этом? Вот вы его похоронили, дальше что? Что дальше? Ну естественно. Ну а как же? Самое глупое, что я бы мог сделать, это не делать ничего. Это сделать последнюю часть жизни мемориальной. Угу. Вот давать интервью угу. как БУ бы городка. не, ребята, я... Вот если я чему-то научился у Илюши Олейникова, то уж сбитым летчиком я точно не буду. Нет. Никогда. Я... Вы знаете... Я вам скажу даже жуткую вещь. Даже если бы я попрощался сейчас с телевидением, наконец-то вот кино и театр, но ну, очевидно повернулись лицом и в таком, в хорошем качестве и в хорошем количестве. В юморе что-то будет впереди. А вот худшее, что я бы мог сделать по отношению к моему партнеру, не к себе, угу. а извините, не к себе, а к нему. Это ничего не делать в этом жанре. В который привел меня, конечно же, он. Потому что, ну, когда я работал в театре, я что, думал, что мы будем комедийной парой, комедийным дуэтом? Это Илюха не мог физически существовать без партнера. Он постоянно находился после Ромы, э, он постоянно находился в поиске Поиски, именно да. партнера. Да. Ему, ему необходим был партнер как поиск своей второй м, творческой половины. Это для него был вообще идея фикс была, а я чего? Вы знаете, чем вы будете заниматься? Да, конечно. Что это за программа? Ну, вы знаете, вот я я вот как ляпну, так опять переносится на месяц. Я как расскажу где-нибудь подробно, так опять какая-нибудь проблема. А проблема на самом деле очень серьезная, тем, что канал э, с нашей помощью, конечно, он создает новый формат. Мы же не побежали на кинорынок в Каны и не купили там передачку. И здесь ее быстренько борзо под себя переписали. Угу. Я так иронизирую, на самом деле там тоже есть очень большой труд, и это требует огромных денег и профессионализма. Но здесь действительно с нуля. Из каких призна... принципов создается эта передача? Городок это два человека. Значит, если нет одного партнера, значит, нет городка. Городка нет. И любые телодвижения. Попытки заменить, ротировать, угу. но они и безнравственны, угу. и непрофессиональны, и обречены. Это глупость. Городок — это два человека. А если остался один человек, значит, это должна быть передача одного человека. Но это не городок с сохранением всего того, что этот человек понял в этой профессии, в этом жанре. Пока их было двое. А поскольку этот человек сам не примет никакой единичной замены, то вместо одного человека будет играть много первоклассных моих любимых артистов, с которыми у меня не было возможности встретиться. Но за эти 20 лет я сделал так, что теперь у них появилось желание со мной сниматься. Вы сказали, что кино повернулось к вам лицом. Вы сыграли несколько очень запоминающихся кинообразов. Но ну, я вам скажу, что и «Ландыш серебристый», где вы, продюсер Стаса Придорожного, сыграли. Замечательная работа. Я на мой забыл взгляд. его фамилию, вы помните. Да, Придорожный. Замечательная работа. И мне очень понравился фильм «Заяц над бездной», где вы играли. ой, как я люблю Первого секретаря ЦК партии Молдавии. Гроссу. Фамилия. Да, замечательным ступкой с Элиной. Вообще прекрасная работа. Я был на премьере, да, замечательная работа. Ну и, конечно, фильм «12». Никита Михалкова в целом созвездии таких мастеров, что просто интересно. Для меня еще человеку окна. Фильм Месхева. «Человек Человеку окна, да. да. Для меня. Да. Да. Потому что там совсем непредсказуемая Интересно работа. было с Михалковым работать. Да, очень. Я, знаете, тест такой я провожу. Но ну, это модно в актерском сообществе там подружить против кого-то, это понятно. Это начинает. Ну что, ты смотрел там этот там, или «Золотой орел», или какую-нибудь трансляцию с, со съезда кинематографистов, да? Твой Никита там. Угу. И понеслась, и понеслась. Я слушаю, слушаю, говорю, ребята, вот у меня к вам один вопрос. Вот все я выслушал, все замечательно. Я, кстати... Не то чтобы я прямо такой апологет, да, все прощающий. Да, да. Для меня существует режиссер Михалков. Вот, вот режиссер Михалков и актер. со мной на эту тему говорить. Если завтра или вот сейчас позвонит Михалков, тебе, тебе или ему, и скажет: Старичок, есть хорошая роль. Старичок, ты как? Кто из вас вспомнит, что он uh -huh. говорил две минуты назад? Я говорю: честно, подними, кто готов сниматься? Все. Вот и весь ответ. Вот и весь ответ. Это фантастический педагог, у которого... Педагог, режиссер. Uh -huh, uh -huh. У которого методика грандиозная. Чем больше ты любишь... Это метод... Он Дурова. любит актеров, да, правда? это метод Дурова. Он так относился Дедушки. к животным. Э, российским, А поскольку да. артисты тоже животные, то их надо очень любить. И тогда они начинают верить в то, что они совершенно гениальные Сахар оркестры. давать, правда? Да. Но он еще внушает каждому актеру, что он гений. И... Тот, кто пришел на общение после тебя, не знает, что только что То же самое. вышел, до... гений уже вышел отсюда один, а теперь пришел второй. И вот так они ходят. 12 Вы дней. ощутили себя гением? Нет. У него. И вообще это... Я вообще этого лишен.